Добрый день, уважаемые коллеги Центра визуальной антропологии и визуальных медиа Русской христианской гуманитарной академии, а также галерея 15, приглашает вас 25 января на круглый стол и на вернисаж выставки фоторабот. В этот день мы хотим почтить память 30-летия ухода великого русского, армянского, азербайджанского и украинского режиссера Сергея Параджанова. Вот такой вот удивительный парадокс, что Сергей Параджанов, армянин по национальности, считается в этих уже новых полноценных автономных республиках своим кинорежиссером. Ну а мы после 30-летия ухода его жизни попытаемся осмыслить его творчество, исходя из того, что современный мир предоставил нам новые возможности рефлексии в познании, в осмыслении того, что он сделал. Мы проведем круглый стол, на котором выступит Александр Синицын, выступит Владимир Егоров и Мария Рахманинова. Три небольших доклада предполагают три различных подхода к творчеству, кинотворчеству и фототворчеству, как творчеству в коллажах Сергея Параджанова, и небольшое обсуждение по этой теме. А также сразу после круглого стола мы открываем фотовыставку Марии Рахманиновой, которая предоставит свои работы, сделанные совсем недавно, и связана с кино- и видеоэстетикой Сергея Параджанова. Несправедливо вытесненные в слепое пятно культуры партийной цензурой, политическими преследованиями и дальнейшей неблагоприятной социально-политической обстановкой, сегодня Сергей Параджанов остается в памяти и горизонте внимания лишь немногих по-настоящему вовлеченных в визуальное искусство. Однако именно теперь, когда поп-культура близка к тому, чтобы исчерпать весь свой диапазон псевдоэстетической пиротехники, вновь формируются условия для нового запроса на подлинно-эстетический опыт в самом широком диапазоне его субъектов, от неискушенного зрителя до художника. Как и все великие мастера, Сергей Параджанов создал свой уникальный визуальный язык как доступ к особой, проникновенной, пронзительной встрече с миром, и оставил его замерзшему постсоветскому миру в своеобразной шкатулке. И вот сегодня, когда возникла новая атомизированность, новое отчуждение, новые формы социальной, индивидуальной тишины, воцарившейся в пространстве клиповых моделей мышления, так и не принесших обещанную радость, наверное, самое время открыть эту шкатулку. Дорогие друзья, мы встретимся с вами 25 января этого года для того, чтобы заслушать доклады, посвященные памяти Сергея Параджанова. Доклады, мы надеемся, будут разные и вызовут разные эмоции, поскольку и творчество Сергея Параджанова, и то, что сложилось вокруг легенд о Сергее Параджанове, это уже стало достоянием истории. Его произведения отчасти посвящены истории, но и сам он становится достоянием истории искусства. И мы надеемся, что наша встреча будет не безинтересной. Мы поговорим о поэтике Параджанова, о мифологии Параджанова и о мифах о Параджанове. Ждем вас на этой встрече.